Всем хай, с вами Юджин, и у нас, друзья, беда. Роза попала в западню, и теперь у нас есть всего лишь минута, полторы минуты. И нам нужно понять, какая из них настоящая. Опа, Гавриил. Спокойно. Я помогу. Хорошо, о, отлично, умница, поможет. Давайте пока мы сами будем сейчас клацать. Стоп. Слева, налево. А, не под бочкой? Какая бочка? Какая, блин, бочка? Бочка. Что? Бочка. Нет? Вот это? Гляньте, справа. Вот это? Нет? Да! Умница! Молодец! Так кто же? Ну-ка давай, следующую. Ну, быстрее показывай. Какого фига ты так медленно действуешь? А, глубокая тень. Может быть это? О, куда пошел? Куда пошел? Как? Опа, а тут что-то лежит. Блин. Есть. Глубокая тень. Да что бы это значило? Я не вижу никакой тени здесь. Больше. Большое ядро. Большое ядро. Большое ядро. Какое большое ядро? Что это значит? Вот это! Отлично! Что? Разбитая стена. Разбитая стена? Скорее! Что? Разбитая стена. Мы здесь, где разбитая стена. Нет? Ой. Так, я не понял, что за разбитая стена. Вот она была здесь разбитая. Другой разбитой стены не увидел. Надо внимательнее посмотреть, в следующий раз будет. Окей, хорошо. Блин, обида. По-моему, вот это было. Так, хорошо. Молодец. Теперь вот здесь как раз-таки. О, патрончики надо взять. Большое ядро. Оу! Черт, я на нее... Серьезно? Я на нее использовал нашу шалфейную магию. Так, глубокая тень сделана, теперь разломанная стена. Где? Что? Ты? Да. О, даже не стал дописывать. Да, есть, мы сделали это все, хорошо. Ладно, не с первой попытки, к сожалению, но ничего, ничего. Ты справилась. Как-то уже нет смысла, по сути, в этих печатных машинках, потому что игра все равно чекпоинты сохраняет сама. Ну да ладно. Значит так, я так понимаю, что у нас осталось еще какое-то количество контента здесь. Я думал, что мы уже близки к завершению прошлого выпуска, который вы, наверное, не смотрели. Он вот здесь, если что. Если вы не смотрели, а если посмотрели, то молодцы, продолжайте смотреть. Сразу лайк поставьте, будет очень приятно мне. Чтобы вы понимали, я не просто так выпрашиваю лайки. На самом деле, мне по барабану на них. Но такая вещь, что YouTube замечает, когда вы это делаете, и таким образом вы получаете контент, который новый выходит. Потому что бывает такое, что люди подписаны на меня, но они вообще не видят уведомлений. И это удручает, друзья. Я не хочу, чтобы все в доску свои теряли видосы. Подохни, пожалуйста. Хорошо получается стрелять, неплохо. Сгодится. Так, порох.
Дробовичок у нас теперь хорошо так заряжен. Мы где, кстати говоря? О, на кухне. Мы взяли, кстати, маску-то ведь. А значит, нам нужно теперь вернуться в зал. Главный зал, сейчас направо. Стоп. Осталось чуть-чуть. Ага. Я наконец избавлюсь от способностей. Но сказать по правде, они у меня так давно, что без них будет как-то не по себе. Будь осторожнее. Знаю, знаю. Решит ли она потом в итоге от них отказаться? Или, может быть, дадут выбор игрокам? Такой будет маленький моральный выбор. Это прикольно было бы, кстати говоря. Так, что ж, последняя маска. Я готов тебя воткнуть. И загорится последний факел. Мы заберем кристалл, наконец-таки. Ну, конечно же, это все будет не так просто, как мы думаем. Такое ощущение, как будто кто-то сзади ходит. О, да. Поздравляю, зайчонок. Ты вполне заслуживаешь такой награды. Его легко спутать с настоящим, да? Что? Это была пустышка. А зачем тогда все эти нужны были маски? Это было испытание? В этом стратуме таких ценных вещей нет. Ты правда думала, что я расстанусь с такой драгоценностью? Это лишь приманка в ловушке. Нет! 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 Такой он клишированный злодей. Молнии не хватало. Как будто мы не понимали, что это будет ловушка. Естественно, да тут все ловушка. Мы находимся в матрице определенной. Теперь повеселимся. Это лучшее место для смерти. Значит, тут ты и умрешь, бич. Окей, окей, окей. О, здесь нет попки. Ву-ву-ву. Шалфей! Стоп, это стебель шалфея. Его можно использовать. А что он нам даст? Я чуть не применил его, забыл. Так, применяем. Даст два, да, два. Ты теперь такой урод. Так. Опа. Что мы можем? Или что? Или как? Стрелять? Да, стрелять, походу, нужно по этим лицам. Давай еще один. Возьмем дробаш, пожалуй. Раз, два. Нам будут давать какие-нибудь припасы? Стоп. Еще надо применить. Есть. Давай, 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 давай. Есть. Все, убито. Убито. Надеюсь, что мертв. Нет, это сейчас встанет. Вторая фаза. Гораздо резвее, чем все остальные. Край карты, нифига себе. Резвее, чем остальные. Значит, кто-то сюда добирался все-таки, получается. Изменить правила. Черт! Плестивелая контратака! О, нет, зачем я сюда забежал? Зачем, 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 зачем? Бежим! Подбираем. Подбираем все. Не будем сражаться просто так. Убегаем. Господи Иисусе! Стоп! Шалфей. Стоп! Нет, 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 нет. Заморозили? Раз, два. Готов. Этих надо грохнуть. Этих надо грохнуть. Ты еще жив?
это самый умный из всех, что я видел. Все хорошо, 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 хорошо. Да блин, промахнулся. Да блин, стой. Ей это не должно сойти. Разве это шоу? Фу, успел. Смотрите, еще один. Хорош. Бери. Ага, колба номер три. Теперь у меня... Отлично! Что-то мы там еще подзабрали. Все. Раз. Хороший выстрел. Два. И три. Есть! Последний хорошо успел попасть. Никчемная тварь! Я на тебя надеялся! Ничего. Смерть придет. Рано или поздно. Сейчас их будет слишком много. Беги. Беги! Окей, беги! Куда? Сюда! Хорошо. Ай, все, я не играю, получается. Что? Да. Ну, видимо, он хочет. Прыгай! Мы снова здесь. Интересно, мы сейчас выберемся, получается, окажемся обратно в лаборатории в той? Нет. Мы в деревне. О, прикольно. Я думаю, мы не выйдем отсюда, из этого замка. Теперь-то я где? Более глубокий стратум. Стратум? Да. Чем глубже, тем труднее сбежать. Уходи, пока еще можешь. Я не хочу уходить. Мне надо найти кристалл. Он специально это говорит. От насмешек. Он делает вид, что он как бы помогает. Такой, хочу уходи жить нормальной лучше. Жизнью. Без этой силы. Этот очищающий кристалл может мне помочь. Он меня вылечит. Я никуда не уйду, пока не отыщу его. Упрямая. Да, и что? Ну, пойдем искать. Отлично. Найдите очищающий кристалл. Хорошо. О, мы на кладбище находимся, кажется. Все оружие при нас. Че у нас там? Идеально по здоровью. Куча, кстати говоря, этих колбочек. Че, может быть, патрончиков сделаем побольше? Сделали. Потом для пистолета сделаем еще одну гранату. Ой, как хорошо, мне нравится. Это что за чебурашка? Я знаю, где кристалл. Что это? Ага. Да, я помню, мы здесь были. Ох, начинается сюр, походу. Будешь со мной дружить? Стоп, я думаю, мы можем здесь пролезть. Хрена бы лысого. Это был реально какой-то чебурашка. Очень похож. Давай поиграем. Я стопудово уже видела этих обезьянок, но что за срань? Так, здесь мы, получается, ничего не можем взять, да? Просто поиграем, здесь надпись есть. Мы идем, вот в оригинальной игре, сюда мы когда ходили, там была эта одна из боссов, которая управляла куклами и сознанием. Мы идем прямо к ней сейчас, получается. Я не хочу видеть снова того младенца. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не хочу видеть того младенца, это было слишком жутко. Что-то не так.
мне пытаются помешать. Да, я вижу по шрифту. Так. Да, все. Окей. Кажется, что-то изменилось. Я не хочу. Я не хочу этого. О, нет. Так, это очень странно. Ну что, давайте осмотрим дом. Видать, заржавело. Добро пожаловать, Роза. 5 января. Сегодня я пошла в школу. Я об этом так давно мечтала. Крепко обниму Криса, когда снова его увижу. Это что, дневник Розы? В школе было много ребят моего возраста. Казалось, будто я героиня телешоу. Когда меня попросили представиться перед всем классом, я так испугалась. Но все равно было супер-пупер. Я заведу целую кучу друзей. Попробую поболтать с ними завтра. 8 января. Я набралась смелости и решила пообщаться с другими ребятами. Но никто не хочет со мной разговаривать. Учеба дается мне очень легко. Я все это проходила с мамулей. Может, мне не надо отвечать на все вопросы учителей? Мальчик, сидевший сзади, обзывался. Мои руки покрываются липким белым потом, когда я паникую. Сегодня был очень плохой день. 10 февраля. Учительница отругала меня за то, что я везде ношу с собой платок. Она говорит, что я уже не ребенок. Мальчики в школе постоянно называют меня мерзкой, хотя я моюсь каждый день и всегда ношу чистую одежду и беру чистый платок. Это все из-за того проклятого белого пота. Когда он появляется, я сразу его вытираю, но иногда он не вытирается, и тогда я просто крепко сжимаю свой платок. Крис даже сказал учительнице, что это не заразно, но всем все равно. 4 апреля. Со мной наконец-то заговорили. Люси из моего класса сказала, что давно хотела подружиться со мной. Мы завтра вместе пойдем на обед. Даже не верится. Я так рада. У нее есть подружка Кэтрин. Надеюсь, мы и с ней тоже подружимся. Это же... Да-да-да, это твой дневник. Все правильно, все правильно. Нужно младенца найти. Налево. Только налево можно пойти. Почему здесь картина со мной? Это нам еще предстоит выяснить. А вот и кристалл. Его не достать, но... Клетку-то мы могли взять с собой? Нет. Все как там, все как у отца было. Хорошо, нам нужно распотрошить бедного Мишку или обезьянку. Это обезьянка. Сейчас, прежде чем мы пойдем в ту дверь, которая слева, нам нужно здесь осмотреть как следует все. О, тут коридор. Комната Джимми. Нужен ключ. Окей, хорошо, все понятно. Там кто-то есть. Нет, никого нету. Фух. Смотрите. Что это? Что-то ползет. За кем-то? Черт, блин, мурашки по коже по всей пошли. Не хочу. Я не хочу детей огромных. Это было очень жутко тогда. Заперто с другой стороны. О, no. Смотрите. Забитый шкафчик, картины на полке, захламленный стол. Забитый шкафчик, картины на полке, захламленный стол. Это подсказка? Ага. Картина на полке. 4-4. Захламленный стол. А какой стол? О, тут 6 цифр. 4-4. Видимо... Ой, погодите.
02. Видать, заржавело. А, это дверь как раз-таки с той стороны. Так, надо внимательно смотреть. Где-то здесь будут циферки. Циферочки. Нам нужно еще две найти. 4-4, нам 0-2 там было. А здесь захламленный стол. Наверное, вот этот имеется в виду. А, 6-6 или 9-9. Наверное, 6-6. И порядок там был. Шкафчик, картина, их стол. Значит, 0-2. А 4-4, 6-6. 0-2. 4. 4 и дальше 6-6. Так, я думаю, лучше в эту сторону, так быстрее будет. Да, хорошо. И что это у нас? Ножницы. Это для Мишки. Идем. Не надо, не надо, не надо, не надо. О, какого черта? О, блин. А. Я всем называю его... Стоп. У обезьянки болит животик. Да, вот, называй Мишка, это обезьянка. И он даст тебе кристалл, если ты поможешь. Давайте поможем. Да, что это? Картина ребенка. Ой, было больно обезьянке. Тебе не добыть кристалл, красавица своих друзей. Ты же сказал, что нужно помочь. О, может, ты добудешь кристалл, если разведешь огонь? Нужны какие-то предметы. Ой, мы же ее сожжем сейчас. А написано, что за предметы? Люси. Люси, здесь у нас текст не прочитать. И текст не прочитать. Спорим, с этой куклой и ее друзьями можно играть в самых разных местах. Ладно. Первая кукла готова. Люси. Ставим здесь. Окей. У Люси в руках копье. Хм, да, все изменилось. Поиграла с куклами? Люси. Погодите. Кэтрин. Кэтрин... И девочка в туалете какая-то. Надо смыть с нее эту гадкую плесень. А это что-то из моего прошлого. Меня в туалете прессовали, получается. Стоп, может быть, Люси надо взять и сюда поставить? Давай, давай поставим Люси. Окей, вот у нее есть теперь метла. Нам нужно еще найти Кэтрин. Нет, тут ничего. Погоди, там еще не шкаф. Нет, все еще закрыто. Я понял, нам нужно вот в эту дверь, центральную, пройти. Как раз таки мы сейчас там применим... О, блин. Так, все окей, все, все живо. Кто-то оторвался по полной. Вот здесь. Кстати, видите, даже способности, даже нашу манну забрали. Окей, вон еще две куклы. Скорее всего, это Кэтрин.
Не понимаю. Кукла, которая... Давайте и изучить ее надо. Это Кэтрин, хорошо. Текст не прочитать. И не прочитать. Ну, может быть, вот здесь? Нет, здесь все тексты не прочитать. С ней никто не хочет дружить, убогая. Хорошо, пойдемте сначала туда, где была миниатюра с туалетом. О, блин, нет. Нет, манекен. А, да, 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 это жутко. Ну что ж, давайте посмотрим, что произойдет. Да, хорошо. Да, ясно. Хорошо, забираем куклы. Я думаю, они нам пригодятся там дальше. Нужно будет еще найти две куклы. Получается, все наши обидчицы, да? Ключ Джимми. Оу. Оу. Так, ну, на самом деле, когда что-то красненькое пульсирует, мне даже спокойнее. Ой, как здесь было жутко, я помню, когда мы за Итана играли. Да, я понял, ты хочешь, чтобы я сюда спустился. О, нет, не будешь прыгать в этот раз. Кукла 3. Боже, ну и жуть. Окей, здесь больше ничего нету? Что это за кукла? Какое-то пьеро, я не знаю, кто это, нет имени. Сейчас что-то изменится. Ах, опять ты. Ну что тебе надо? И сейчас она исчезнет? Нет. Она наблюдает за нами. Она нападет в самый неожиданный момент, мне кажется. Так, смотрите, у нас теперь получается три куклы. Три куклы, значит, мы можем пойти вот сюда. О, жижа начинается. Жижа сгущается. Сейчас, погодите. Мне кажется, мы... Нет. Ладно. Теперь нам нужно вот эту картину воссоздать. Здесь непонятно, кто. Подарок. Подарок, скорее всего, должна вот эта кукла, судя по ее позе. Да, видите, она держит подарок. Потом. Скорее всего, это должна быть Кэтрин. Ой, Люси. И вот здесь девочка, которая просто тычет пальцем. Ха! Это, да, Кэтрин такая. Смотри! Это на наш день рождения они какую-то подлянку устроили, да? Ну да, ведро на нас опрокинули. Хорошо, забираем всех. Все, у нас теперь есть все четыре куклы. Давайте посмотрим, что у нас в коридоре ждет. Ты? Опять? Нет. Ой, мерзкие... Мерзкие кровавые... О, блин! Нет! Ладно, что-то стреманулся, да, хорошо. Здесь у нас будет Люси. Потом, Кэтрин всегда просто тычет пальцем. Итак, здесь текст не прочитать, но у нас есть вот эта кукла, которая... Может быть... Изучить... Да, тут точно должен быть вот этот чувак-клоун. Получилось? Нет. Нам нужно Кэтрин поменять местами.
Вот здесь мы ставим вот эту девочку. А вот здесь как раз таки Кэтрин. Правда. Иди нахер. Что у нас здесь? Ключ от электрощитка? Ой, она сдохла. Как же? Поднять. Что за электрощиток? Я не видел. Роза, ты что, все еще ищешь кристалл? Ладно, помогу тебе. Езжай на лифте ко мне. Ах, мамуля разозлится на то, что я тебе помогаю. О, да кто ты? Че, идем? Стоп, электрощиток, где он? Просто к лифту, видимо, надо идти. Стоп. Поиграем со статуями. Мы уже поиграли. Стоп, нам вот сюда. Если тебя поймают, ты проиграешь. Нет, 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 нет. Воу, сейф. Так, значит, сейчас ключ только, но нам еще нужно будет найти предохранитель, да? Карта из щитка. Не надо. Тихо. Пожалуйста. Don't... Не отводи взгляд. Погодите. Нет, нет, нет. Где карта? Давайте посмотрим ее. Мы находимся здесь. Нам нужно пройти полностью до спальни, через кухню. Короче, это прямо там, где развилка налево и до конца направо. Не отводи взгляд. Попадайся, мамуля. Так, это очень неприятно. Бежим! Сюда! Спальня. Сюда. О, черт, нам нужно пройти через кухню. Боже мой! Сейчас. Сейчас. Надо как-то так встать, чтобы я увидел попку. Считается? Хорош. Скорей. Давай. Пожалуйста, безопасность. Чуть-чуть безопасности. Ладно. Вот он. Нет. Господи боже. Так, нам нужно ее сюда. Сюда подтащить как-то. Отворачиваюсь. Раз, два, три. Это неплохо. Это очень неплохо. В плане жути. Теперь просто убегаем. А! Да вы... Нет, 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 собираем их всех, собираем их всех. Окей. Окей, я не знал, что их будет больше. Нет! Стоп! Сюда! Сюда, сюда, сюда. Правильно иду? А, сейчас, погодите. Да, мы идем спиной. А, или неправильно. Мы идем вот здесь, кабинет. Да, и лифт. Все правильно, все правильно. Сейчас, получается, налево. А где еще одна? Пишем. Опа, опа. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Вот так мы их всех собрали. Вот так мы их всех собрали. Так, где мы? Лифт прямо здесь находится.
Черт! Ставим. Заходим. Да. Да что с ним не так? Опа. Хорошо, едем. Зачем ты мне мешаешь? Ты же за кристаллом пришла. Ты знаешь, где он? Я привела тебе своих друзей. Ай, да чтоб тебя. И еще? Может, я отвечу? Я так понимаю, сейчас будут маленькие игрушки. Да. Так, они совсем маленькие. Происходит? Это я маленький стал, как будто. Бедная просто Роза. Так, небольшой поворотик. Давай поиграем в прятки. Сумеешь дойти сюда и не попасться. А как это делать? Идите в спальню. А, такая карта огромная. Окей. Как нам понять, что они приближаются? Мы их услышим? То есть нам надо тихо очень быть сейчас. Стоп. Надо посмотреть waypoint. Ага, она вот так встала. А там будет просто по кругу летать, судя по всему. А бежать-то мы можем? Нельзя попадаться. Видимо, есть. Надо идти дальше туда. Вот. Ой, здесь их больше. Ой, осторожней. Нужна попка срочно, которую надо взорвать. Где эта штука? Ой! Ой! Черт! Ладно, мы выжили. Надо наверх. Кстати говоря, у нас-то и получается же нету ничего из инвентаря. О, нет. Не достану. Поворачивай. Отлично. Да, блин. Чё, как теперь? Спрыгнем просто? Можно ли так? О, вот они стоят ведь. Ага, таким образом мы отвлекаем их. Они так и будут бить? Как долго? Сколько у меня времени? Ладно, не знаю. Просто бежим. Их много. Если увидят, мне хана. Надо что-то придумать. Я понял. Сейчас сюда спрячемся. Мы их сейчас всех соберем в той, возле той клетки. Вот здесь уже не такая атмосфера именно страха. Скорее больше просто... Просто прикольно. Итак, здесь есть еще одна клетка висит. Я вижу... Оу, блин. Оу. О, они прям все смотрят на меня. Ладно, я думаю, я тут пройду спокойно. Вон эта штука. Смогу ли я... Мне не хватает. А, не будет отворачиваться? Так, хорошо. Сейчас отвернется. Нет, что-то не так. Я чувствую, это какая-то подстава будет. Ладно. Или нет? Окей. А-а-а.
Ладно, мы сейчас разберемся, как обойти. Я думаю, ничего тут сложного не будет. О, блин. О, блин, мы начали двигаться. Я этого не хотел. Осторожнее. Подходящий момент для маневра. Давай, давай, давай. Есть. Все, сейчас они все побегут туда. О, нет. Блин, одна все-таки заметила. Там же, ну там же была. Там же была клетка. Все такое. Как будто фейсхаггер был только что там. Скелет его. Чё у нас здесь? О, нет. Нет. Или да? Типа, в любом случае, да, нужно? Нет, не знаю. Вот здесь мы можем спрятаться, если чё. Ты знаешь, что бывает с девочками, которые плохо себя ведут? Нет, не трогай, пожалуйста, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Да ладно, да, и правда. А, ну все, сейчас меня убьют, да? Но тут не было шансов, я не успел среагировать. Я не знал, что там будет. Все, меня съели. То есть оно меня прям вот врасплох застало, к сожалению. Вообще без вариантов здесь было. Вот так, хоп. Я просто сначала подумал, поскольку это такая же, такой же манекен, который был тогда, я думал, что нужно именно смотреть на нее. Давай, давай, иди, 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 иди. Или ты не собираешься дальше идти? Нет, собирается. Ох ты, гад! Она меня слышит еще вдобавок. Вот сейчас. Вот она пошла. Я не буду бежать. Я буду просто идти. Ага. Ага. Есть. Есть. Да ё-моё, еще куклы. Что? Откройте снаряжение, выберите использовать. Тут, походу, сейчас напрямую придется сражаться. Или мы... Ой. А чё? А чё мне делать? Чё мне делать-то с ней? Фиг его знает. Давай, ковыляй. Ох, мы будем ковылять все время теперь. Вылечись. Как-нибудь. Я не понял, что надо сделать было. А, может быть, надо было застопить. Стоп, мы вылечились, окей. Да, с этой можно и вообще не иметь дел. Просто побежать дальше. Вот там сейчас будет, наверное, еще один манекен. Судя по всему, спальня вон там. Отлично. Спальня. Так, это кухня. Воу. Но мы туда не пройдем. Нам нужно убить этот пучок, который я пока не знаю где. Кстати, вон там еще... А, это чеснок, не шалфей. Воу. Оп. Погибло. О, нет. Я не знаю, как с ней быть. Я не знаю, сработает ли это или нет на нее. Я думаю, вряд ли. Блин! Нет? Схавать!
Бежим. И куда мы прибежали? Стоп, мы же обратно возвращаемся. Нам не нужно сюда. Я что-то не увидел, да? Вот. Гоу. Гоу. Сейчас вот здесь аккуратно. Так, хорошо. Есть. Есть. Захотели и смогли. Вот так, собрали. Оу, оу. Почему она ведется на это все? Она же видит, что это все нереально. Молодая еще, понимаете, горячая кровь. Легко поддается на провокации. Так, ну а что теперь? Мы очень маленькие до сих пор. Бежим. Надо Опа. Валить отсюда. Воу. Черт, я думал, это... А! Мы должны останавливать кого-нибудь? О, это огромная тварь бежит. Ой, как неприятно. Вы видели, как неприятно она бежит? Стоп! Быстрей. Почему? Блин, на шаг нужно было. Всего лишь на шаг подойти ближе. Да быстрее! Так, пока мы просто бежим, без перерыва, она нас не догонит, я уверен. Наконец, нашел тебя. Бежим, да. Есть. Ха-ха. Мы вернулись? Или мы все еще маленькие? Я так больше не могу. Причем вообще тут мой отец? Я его даже не знаю. Ты его презираешь? Нет, не знаю. Я ничего о нем не знаю. А хотела бы. Знаю только, что он погиб за меня. Иногда я думаю, какой была бы моя жизнь, будь он жив. Катались бы мы на велике, делали бы домашку, читали бы книжки на ночь. Был бы он рядом со мной, гордился бы. Вообще, когда мне трудно или страшно, я представляю, что бы он мне сказал. Подойди. Хочу кое-что тебе показать. Опа! Квартиры Уинтерсов. Здесь безопасно. Все кажется знакомым. Вроде я уже бывала здесь. Сколько украшений. Какой-то праздник? Не забыть украсить гостиную. Сделано. Принести вино в столовую. Есть. Второй подарок розы. В кабинет. Спрятан. Сейчас мы просто увидим то, что наш папа Итан, он любил нас. Мне так повезло, что вы у меня есть. Да. Чей это голос? Неужели папин? Очень как-то, знаете, вроде бы такой теплый снимок, теплые цвета, но как будто бы они, не знаю, на Меркурии находятся. Видимо, здесь жили мои родители, когда я родилась. Уверена. Папины воспоминания есть и в других вещах. Вот. Она такая кроха. Неужели однажды она вырастет и разопьет бутылочку вина со своим стариком? Значит, папа любил вино?
Эх, какие простенькие комментарии. Блин, что-нибудь хочется глубже вот в этом моменте. Она постоянно бьет ложкой под эту песню. Может, она станет музыкантом? Интересно, играл ли папа на инструментах? На самом деле, прикольно здесь было бы, чтобы Роза вообще ничего не говорила. И просто у меня у самого внутри мысли появляются, какие-то внутренние комментарии ко всему этому, она и это гораздо более значимо для меня. Папа, небось, кормил меня, едва я начинала орать. Ладно, давайте дальше окунаться в воспоминания. О, много вина и правда. Нет. Пока не сюда. Давайте здесь посмотрим. Вкладочки. Что это? Роза, а, детское питание. Привередой. Ей только фруктовое пюре подавай. Значит, я всегда любила фрукты. Не забудь посмотреть наверху. Ладно, гляну. О, сейфка. Здесь мы, кажется, все уже посмотрели. Хорошо, гоу наверх. Здесь нет никаких воспоминаний. Опа, что это? А, свадебная шкатулка. В нашей семье всегда любили эту мелодию. Кажется, я ее раньше слышала. Красивая. Это моя комната? Она растет так быстро. Не по дням, а по часам. Такая крохотная кроватка. Она уже выросла из этих ползунков. Не верится, что я была такой крохой. Опа! 2 февраля. Розе исполнилось полгодика. 6 месяцев пролетели словно один день. Я хотел сохранить в памяти этот миг, эти чувства, и написал особое поздравление. Оно, наверное, получилось излишне слезливым. Я сгорю от стыда, если его найдут. Поэтому убрал его в ящик комода. Ключ за моей любимой фотографией. Моей любимой фотографией? Так, да, я, вот этот сам комод. Надо найти его любимую фотографию. А, вот. Станет ли она похожей на меня, когда вырастет? Я такая счастливая. Ну, посмотрим, что там. Кстати, ключ от щитка у нас все еще остался. Почему он не исчез? Это письмо мне? Тебе уже полгода, Роза. И я даю тебе обещание. Я всегда буду рядом. Так или иначе. Я буду смотреть, как ты задуваешь свечи на торте каждый год. Я буду каждое утро готовить тебе завтрак и провожать в школу. Я приду, если приснится кошмар, и буду петь, пока ты не заснешь. Я обниму тебя в час грусти и тревоги, а потом скажу, что все точно наладится. Я очень люблю тебя, Роза. Помни об этом, папа. Никто тебя не любит. Это эта девка. Нет, нет. Майкл, Майкл, где ты? Майкл, где ты? Это же эта девочка из 7-й части, правильно? О, нет. Хочешь, насмешу? Ты же ищешь одну вещь. Она не здесь. Значит, у тебя нет очищающего кристалла? Само собой. За ним надо идти глубже.
Гораздо глубже. Еще глубже. Ох, Роза, вечно тебя все обманываю. Что я тебе сделала? Никто тебя не любит. А когда ты умрешь, всем будет плевать! Хватит игр! Все, выберитесь из дома, побежали. Интересно, если бы... Я была первой. Черт. Первой? Я думаю, реально же у нее, наверное, нету этого... Нету этого кристалла, потому что если бы он был бы, может, она его сама бы на себя его уже применила давно. Да черт! Да черт! Быстрее! Быстрее! Я не понимаю. Или так надо? Или что? Нет! Я не понял, там же дверь разблокировалась. Хватит, Игорь. Ладно, попробуем еще раз. Что я не так сделал, я не понял. Я была первой. Все, хватит мерцать. Первый? Почему ей нужна только ты? Вот сейчас. Почему я сделал. Опять налилось. Стоп, может быть, надо отойти? Может быть, обратно? Что мне делать? Ладно, бежим сюда. Вот сюда, получается. Оп. О, отлично! Ты такая жадина! Нет! Как мне использовать? Как контратаковать? Куча друзей. Блин. Стоп. Давайте похаваем. А, я не могу похавать. Окей. Меня просто коцают. Иди просто. Пошла в жопу. Оп! Что еще надо сделать? А! Так, хорошо, бежим! Есть! Да, боже ж мой! А, она прикоснулась ко мне, видимо. Бежим отсюда. Скорее. Ура, ты выбрался. Пора двигаться. Будь осторожнее. Мы еще не спаслись. Это из-за Эвелины. Это та девочка? Да, это та девочка. Может быть, нам нужно ее уничтожить? Мы все еще не можем выбраться. Изображение какое-то странное стало. Что-то не так. Использую свою силу против нее. Я помогу, как только она ослабнет. Ага, мы еще не грохнули ее. Держи, пригодится. Суперсила. Суперлекарство. Не паникуй, ты справишься. Конечно, справлюсь. Так, здоровье мне, конечно, галимое. Сохранится. Пока что я не буду пить лекарства, потому что, мне кажется, еще один раз я смогу покоцаться. И всего одно лекарство. Значит, босс будет легкий, судя по всему. Не паникуй. О, блин, здесь все темное же. Тебе не сбежать! Никогда! Черт! Мне не получилось. Что мне сделать? Сюда! Я так хорошо себя вела! Да какого... Стоп.
использовать. И у меня не получилось. Я не понимаю, что мне нужно делать. Подавите львиную использовать способности. Подавливаю. Как мне тебя подавить? Объясни, пожалуйста. Это не работает, ребят. Оно не работает. Оно, блин, не работает. Как сраную способность применить? Я что-то вообще не понимаю, что от меня хотят сделать. Я прям совсем не понял, что от меня хотят. Не паниковать. Первое. Окей. Оп! Ай-яй-яй-яй, не трогай меня. Что он говорит? Что он написал? Что написал? Я не прочитал. Что ты от меня хочешь? Сюда. Куда? Сюда, что ли? А, надо просто идти. Мы должны были стать семьей. Блин, ну куда мне идти-то? Тихо, тихо, тихо. Куда сюда? Ну. Все. Что ты от меня хочешь, игра? Как? Я вот делаю способность. Что я сейчас сделал? Надо просто держать на ней. И все? Подавите Илину. Так, давись. Да господи, сраная ты чертова девочка. Еще и сзади пнула меня. Все, я сдох. Нет? Сволочь такая. Как же ты меня... Ты меня выводишь. Ты, ну все, я сдох. Почему сейчас не работает? Сейчас все будет. Сейчас все будет, не паникуем. Ай-яй-яй-яй, так, сразу в тебя. Ага, магия льда. Нет. Что? Что было опять написано? Сюда. Может, присесть надо? Хорошо. Ну, давай. Это подходящий момент. На тебя. В лоб. Лобешник. И она еще опасна. Будь осторожна. Где она? Опа, мы здесь. Под столом спрятались. Плохое место ты выбрала для сражения со мной. Ведь я смекалистая девочка. На третий раз я понял, что делать. Давай, ты все, готова подыхать. Пах! Где она? Где она? Оп! Присел, 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 присел. А, сейчас увязну. Сейчас увязну. Где? Смотри под ноги. Не родись ты на свет. Все было бы идеально. Ай, блин, встал рано, встал рано. Давай. Хороший момент. Ну, пожалуйста, плохой момент. Я там не играю! Где? Есть. Все. Наш шанс. Че, как? Уйди отсюда! Где она? Ой. Скорей. Выросла, как не в тему. Это пупырка. Где ты? Где ты? Где она? Она наверху? Так, все, я сжег. Бежим. Да елки-палки, с лестницы упала. Ты пустышка! Прячемся. Раз. Два. Сколько ты будешь? Три. У тебя есть я. Да хватит. Все. Хватит. Ух ты, проворная какая. Ну-ка. Ну, наконец-то. Нет. Давай, 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 давай. Ой, наконец-то.
Все, плачет. Ну, мне жалко ее. Вот она сейчас старуха, да, будет. Это же он! Не сдавайся. Найди кристалл. Написано, что это Майкл, но это не Майкл. Мы же знаем. Снова телепортация. Еще куда-то. Еще будет сейчас местность. Опа. Мы снова на улице. Вот теперь-то мы как раз-таки будем в деревне, получается. Роза, беги! Он спас меня. А как это так получилось, что... Это же точно Итан. Этот голос. Папин голос. Майкл, это... Мой папа? Не сдавайся. Найди кристалл. Благодаря ему, я еще жива. Я должна найти кристалл. Давай, понеслась. Пойдем найдем кристалл. Опа, печатная машинка. Как так повезло, что она я здесь находится? Одна, но надо идти дальше. Все окей, мы все сможем. Ключ. Что? Это дверь? Что здесь происходит? Это та самая дверь. Это тут получается просто... Погодите! Все наши вещи вернулись! Это просто абстрактный мир. Тут осколки из всех местностей, в которых мы уже побывали с вами. Че, с пистолетиком пока походим? Я думаю, да. О, да, у нас же куча всего. Сейчас будет такой шоу-даун. Финальный. О, что это? Я чувствую. Вот это прикольно выглядит. Что-то есть. Идите к огромному сгустку. Вот этот или вот этот? Ладно, пойдемте вниз. Смотрите, тут же все погрязло. Все погрязло в жиже кровавой. Кто ты? Девочка! Роза! Стой! Это темная роза. В ней зло, понимаете? В ней зло. Че, куда нам? Отсюда. Не это. Я. В замке было так же. Нет! Нет, 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 нет. Ох, как их много. Нет. Хорошо, готово. По сути, это те же самые монстры с таким же количеством ХП и поведением. Хорош. Я боялся, что в них будет что-то более стрёмное. Это те же самые, ребята. Значит, та же самая тактика, просто стоишь, стреляешь, чтоб тут что-то было, нет, ничего не было. Вот здесь. Дробовик. А, нет, раз, два, три, четыре. Быстро с ними расправились. Роза, что ты делаешь? Мы же с тобой заодно должны быть. Вижу. Воу, воу, стоп. Отстрелим их вот так вот. Готов. Ой. Ладно, контратака. Промахнулся, но бывает.
Давай, стреляй. Взрывайся, точнее. Есть. Сдохли? Армуль. Воу, ты-то что? Стой. Стой, обнимашки не хочу. Ты не угодно. Шотган. Давайте сразу релоуд. О, по-моему, мы здесь еще были с Крисом, когда за Криса играли. Или не здесь это было? Все, можем идти дальше. Нам нужно уничтожить этот сгусток путем уничтожения маленьких сгусточков. Нужно найти кристалл. Да. Стоп. Не то. Сюда. Пойдем, дойдем кристалл. Роза, ты сможешь, я верю. Че тут есть? Свечки горят. Кто их зажег? Оу, боже мой. Сейчас будет целый шквал боссов, да, сразу? А, нет, зловещая адская клака порождает нечто. Что это? Значит, здесь создавали моих клонов? О, нифига себе. К слову, мне кажется, для нее, как для подростка, это самый страшный ночной кошмар. Она вдруг поняла, что она не уникальна. Что она такая же, как все. То есть она не то, что такая же, как все там другие ее одноклассники. Она буквально такая же, как все, такие же, как они, клоны. Мегамицери поглощает воспоминания всех живых существ, находящихся рядом. Но в его мире действует ряд законов. Пожалуй, стоит составить список по мере их понимания. Первое. Составляющие этот мир воспоминания не всегда отражают реальность. Второе. Только тот, кто при жизни был связан с мутамицелием, сохраняет свои способности в его мире. Это совпадает со сведениями о мегамицелии в моих видениях перед смертью. Да, моей смерти. Моего материального тела уже нет, и его поглотил мегамицелий. Но я не теряю надежды, ибо обрела невероятные знания. Тайные знания мага! Мои многолетние труды не пропадут в туне. Воспоминания, сознание, разум и знания, накопленные мной при жизни, оказались в мегамицелии и стали источником силы в его мире. Уверена, если мне удастся овладеть этой силой, я смогу влиять на мысли и воспоминания других людей. Это, разумеется, далеко не идеальная ситуация. Извлечь одну личность из множества сознаний и воспоминаний оказалось невероятно сложно. Да, ее воспоминания здесь, но они разбросаны. Мне нужно найти подходящую оболочку, которая сможет ее удержать. И, конечно, я знаю, какая оболочка подойдет идеально. Несмотря на долгие годы поисков, мой единственный вариант — это Розмари Уинтерс. Это мы, конечно же. Я создала копию Розмари Уинтерс в надежде, что идеальный дубликат станет пригодной оболочкой. Результат далек от совершенства. Судя по всему, что-то мешает мне изготовить пригодную оболочку. Вместо этого мне удалось создать, по сути, живую куклу. Да, она похожа на настоящую Розмари, но лишена способностей. Это жалкая шелуха, а не оболочка, и пользы от нее нет. Я буду продолжать опыты в надежде найти источник помех. Пока что я рассматриваю следующие гипотезы. Мешает то, что настоящая Роза еще жива. Мешает кто-то, обитающий в этом мире. Есть изъян в технологии изготовления. Ни одна из гипотез не кажется единственно верной. И решить каждую из этих проблем будет непросто. Пожалуй, лучший выход – заманить Розу в этот мир. Если она станет оболочкой, это здорово упростит мне задачу. Прочие наблюдения. В ходе дальнейших опытов с копиями Розы, так и называю эту шелуху, выявилось новое интересное обстоятельство. В ситуации, вызывающей сильный страх, они начинают проявлять некое подобие способности Розы. Это требует более пристального изучения. Полагаю, мое первое творение «Герцог в маске» идеально подходит для такого стресс-теста. Но мы могли вести наблюдение все это время. Конечно же могли. Похоже, что пока я экспериментировала с сознанием, в мой мир явилась незваная гостья. Это гостья Эвелина, мой неудачный проект. Она везде сует нос, пытаясь воплотить свои жалкие намерения. И тем самым мешает моим планам. Не вмешайся в это дело, Эвелина, Розмари Уинтерс оказалась бы на грани отчаяния, утратила волю к жизни и способности, которые ей даровала мутамицелий. Вместо этого она загорелась новой идеей. Но я погашу это пламя. Эвелина, ты у меня попрошишь, что не надо мне тут делать этого говна.
О, наконец-то я по колено в жидкости, но это не жижа мерзкая, а просто вода. Видимо, кристалл рядом. Кристалл рядом. Ты только сейчас его увидишь. Я уже близко. Да чё, Майкл? А стоп, она не знает, как зовут её отца? Наверное, не знает. Он где-то там. Где это мы? Чернобог, живущий в нас и дарующий сущность, сотвори для нас новый мир по воле твоей. Твое темное сознание милости вознеспослало нам вторую жизнь, и мы приняли ее с радостью. Ты пьешь кровь заблудших ангцев, сгинувших на твоей темной земле, но не истребление, а сохранение ради, дабы вновь вернуть их к жизни. Ну и мерзкая же хрень. Вот, корни мегамицелия, все проросло. Я это чувствую. Опа! Они исчезают? Мои способности уходят, все? Помогло. Да, но это же плохо. Или хорошо? Мне кажется, это плохо. Но со способностями или без, у меня есть пушки. Так вот, каково быть нормальной? Ну ничего же не изменилось. Или там какое-то чувство внутри есть, которое мы не понимаем. Миранда. Она напоминает мне какую-то, знаю, какого-то злодея из Silent Hill. Вот подошло бы больше в Silent Hill, мне кажется, ее. Так долго. Кто? Кто ты? Меня зовут Миранда. Я Миринда. Что? Твоя сила стала огромной. Такой, что я не могла повлиять на тебя отсюда. И вот, мне пришлось заманить тебя в этот мир, чтобы ты добровольно избавилась от своей силы. Нет, пес мне сказал. Разве он? Может, я? Тот пес был иллюзией. Правдоподобно. Не так ли? Как так? Сегодня, наконец, твое тело перейдет к моей Еве! Да, она же там хотела свою дочь, по-моему, да, живить, Ева? Опа, Итан! Итан, червя! Беги! Жаль, что этот старт доступен для тебя. Он не спасет тебя, Роза! Ты умрешь. О, с батей вместе будем сейчас стрелять! Тебе не сбежать! Сдавайся! На охоте с папкой! Так, gonna die! Папа, стой, погоди! Это правда ты? Да, только не останавливайся! Беги! А, ну камень чуть нет. Давай, стреляй, батя! А, не могу на него навести пушку. Естественно, я не буду стрелять своего отца. А, и пап, стой, ты чё бежишь впереди меня? Защищай! Спасибо. Ой. О, твоя куртка на мне. Чё, такую куртку отдала? Спасибо. Я за ней пришел. Все ради куртки, понимаешь? Почему ты не сказал мне, кто ты? Почему назвался Майклом? Я не хотел все усложнять. Просто берег тебя. Да Итан бы тоже для нее ничего бы не сказала вообще. Она же не знает, кто такой Итан. Прости, получается. Что ушел тогда. Но мне надо было найти выход. Он здесь. Совсем близко. Роза! Эй! Нет. Бать! Бать, помогай! Помогай, ма! Помогай, пожалуйста! Отпусти. Проглоти это, бич. Хватит. Мою семью! Роза,
Вперед! Амита мертва. Всю семью не спасти в любом случае. Но хотя бы дочурку. Покажите лицо Итана уже по-нормальному. Ай да, господи. Итан, какой же ты упрям. Папа! Роза, это твой шанс. Тебя ждет новая жизнь. Я вся в отца. Друзья, тебя больше не назовут чудовищем. Нет! Роза, уходи же! Ты станешь юристом, Роза! Знаю. Или бухгалтером! Знаю. Я люблю тебя, но я хочу тебя защитить. Пожалуйста! Итан, ты Хайли Чердак! Я справлюсь. Беги отсюда! Да у нас же есть пушки, давайте постреляем. О, нет, батю проткнули. Не смотри, Роза, не смотри. Чисто движение Уолтера Уайта было сейчас. Что мы сделали? Мы разбили кристалл. И обрели способности снова. Не бойся, пап. Я справлюсь. Думаешь, мои способности помогут преодолеть меня в сердце моего мира? Так, уворачивайтесь. А, Д. Оп! Я от них откажусь? Увернулся я? У меня есть шанс. Нифига. Зачем сопротивляешься? Оп! Ты тут понимаешь, что делаешь? Давай. Даже вот тебе немножко мерцания. Так, Ctrl, поглотите летящего снаряда. Оп, поглотил. Вы в двух разных мирах. G, накопите энергию Розы. Ну, и совершите мощь. Стоп. Получи. Не я накопил? Ау. Так, чем делать? Сразу куча новых кнопок получилось. Воп. Что я сделал? Что я сделал? Вот Е очень неудобная. Поглощаем. Оп. Скушал. Ты будешь стонать и скрежетать зубами. Да как срано. Это Е в сторону. Давайте только в левый пункт, короче. У меня пальцев не хватает, чтобы правильно все делать. Так. А если вот так? Ой. Что, не сработало? А вот и я. Спасибо, что предупредил. Давай. Оп. Давай. Давай, 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 давай. И что там? Джи! Нет. Нет, рано еще. Сейчас все закончится. Тебе так. Нечего. Получилось. Я тебе этого не позволю. Вот. В упор стреляем. А, черт, перезарядка. Ну ладно. Невероятно. Че, прикольно, да? Впечатляет. Я потратил давай, релоу. Так много сил, чтобы заманить. Ну ты восхитительно. Воу. Сейчас, сейчас, сейчас. Что у нас там по инвентарю? Надо немножечко шалфея принять. Еще ты пожалеешь, когда я сорву твои планы. Твое время подходит. Оу. Ой, больно. Хватит прыгать. Ты где? Она как червь из дюны. Оп. Где? Где-то сзади? Вот. Папа, отлично. Чтобы возродить мою дорогую. Ай. Я создам множество ложек. Так, Джи. Получай. Ты способен вернуть ее мне. Так, еще. И еще. И еще. Стоп, надо немножечко попить, мне кажется. Ты еще не поняла. Готовимся. Ты не будешь жить долго и счастливо. Сейчас, 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 сейчас. Погоди. Безумная ведьма за миг до смерти. Вот это просто реплики. Туда-сюда. Унижаем направо и налево. Что это такое? Ничего
Я могу сейчас применять? Наверное, не могу сейчас применять способность. Надо же... А, да блин. Да, господи, я не знаю, что делать. Да я не знаю, просто ловлю. Окей. Так. Мы можем? Не хочешь сдаваться? Да, господи. Это воля жизни. Собрали? Забрали. Хорош. Забираем. Раз, два, три. Дай, блин, не успеваю. Оп, смотрите, что-то вкусненькое кажется. Слушай, я думаю, надо просто применить гребаную силу и не мучиться. Увернись, как... Давай. Так. Все обойму. Откуда у тебя столько силы? О, я практиковалась. Я покончу с этим. Что сейчас будет делать? Что будет делать? Сразу предупреждай меня. А, нет. Тебе не удастся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай. Нет, 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 сейчас, рано радуешься. У меня есть зелье. Что? Роза! Я тут! Папа! Как он это пережил? А, ну он же как бы не человек, он сущность, которую можно протыкать в любом месте. Все, мы достаточно ее ослабили. Теперь мы можем убить ее силой отца. Ты выигрываешь, дочка? Нет еще? Ей конец. А, давай. Это очень забавляет меня. Остановить, матерь Миран. На, сила бати. Что мы должны делать? Используйте, чтобы, да. Ага. Ты была бы идеальной оболочкой твоей девы. Спи давай. Все, умерла. Epic moment. Роза, милая. О, боже. Ой, подскользнулся немножко. Блин, он все равно умрет, получается. Я не мог быть рядом с тобой, но всегда старался защищать. Прости, у меня не получилось. Ты защитил меня уже столько раз, пап. Нет, я не смог. Ты упустила шанс и... Прости меня. Нет, это мой выбор. И я ни о чем не жалею. Если бы я ушла... У нас никогда бы не получилось поговорить. Вот так, по душам. Все хорошо. Только не волнуйся. Я горжусь тобой. Я очень горжусь тобой. Я люблю тебя, Роза. И я люблю тебя, папа. Где я? Окей, способности мы не лишились. Вернулась. Мы просто теперь их приняли и научились их контролировать.
Ну, в целом, в глубине всего получается такая прикольная история, которая подходит, в принципе, очень многим людям. Это примирение с отцом, принятие себя и своих особенностей, и недостатков, и превращение этих недостатков в особенности. Типичное взросление. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Мне кажется, что очень похоже. Хотя... Я вот думаю, мы реально перемещались Папа. Вот туда. Почему мир розы выглядит вот так? Как та деревня, в которой Итан был. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты все в него. Я знаю. И вон, да, мы уже видели эту заставку, получается, еще в предыдущей части игры. И вот кто там идет? Видите, мы тормозим. Кто это? Неужели это Итан? Скорее всего, было прикольно. Прикольно играть, конечно же, я скажу, в плане сюжета игра, ну, максимально проста. До боли проста, я бы даже так сказал. Все супер повороты сюжетные, они очень предсказуемые. И я не то, что там я знал, что будет происходить в игре, но как только там что-то заявляется, такой сразу, ну, это вот это будет. И оно так и получалось. И это не портит впечатление, скорее ты просто, ну... Особо не ждал чего-то там фееричного. Этот DLC тут используются старые ассеты из обычной игры и просто их немножко перелопатили и сделали вот DLC такое. Это прикольное дополнение. Да, нам просто рассказали вот эту историю девочки, которая у нее были проблемы с отцом, ну, психологические проблемы с отцом, так скажем. Так, она не знала свое место в этом мире, она хотела вписаться в какое-то сообщество, но его не находила там, не снискала тоже место себе. И поэтому она чувствовала себя лишней, хотела избавиться от того, что ей казалось. И делает ее как раз-таки черной овцой. А в итоге оказалось, что это именно то, что ей нужно, потому что это ее связь с отцом. Вот таким вот образом нам рассказали эту историю. Судя по всему, Роза не является супер каким-то мега важным персонажем. Я имею в виду для дальнейшей франшизы. Так как ее история, по сути, закончена. Я не знаю, что еще можно сделать с этим всем.
Ну, то есть, как бы, наследие Итана будет жить. А еще даже сам Итан, походу, будет жить, раз мы увидели, скорее всего, его вдалеке сейчас. В общем, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Ждем новых частей Resident Evil, новых DLC. В общем, мы уже по традиции с вами играем в игры от Resident Evil. И традицию, я думаю, эту не стоит нарушать. Ведь нам весело, надеюсь. Если вам было весело, друзья, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Больше плейлистов с другими Resident Evil'ами вы найдете в описании. Посмотрите всех, вы кайфанете, я вам гарантирую. И также любые другие игры, заходите на мой канал в раздел для «В доску своих». И чтобы стать доску своим, посмотрите все плейлисты, которые там. Потому что я уверен, что вы не смотрели, если вы новенькие особенно. И обещаю, вы проведете офигенное время и внедритесь в нашу тусовочку. А также не забывайте про мой телеграм. Ссылка будет также в описании. И если ты... Я знаю, что очень много людей не досматривают видосы до конца. Если ты здесь, ты досмотрел, то пиши. Пиши в комментарии «Сила Бати». Ну что ж, с вами был Юджин, и всем пять!